Кубок Білова. 10-й сезон єдиної ліги ВТБ. 14 клубов. 6 стран. Один кубок. Битва начинается. Лиге 10 лет. За это время лига сильно изменилась. Изменилось и руководство, состав команд, и формат менялся. 10 лет для организации – это не такой уж и большой срок. Мы достаточно молодая лига, и мы развиваемся, становимся лучше, работаем над собой, и каждый год пытаемся сделать один шаг, два, три вперед. Конечно, мы больше работаем над маркетингом. Мы занимаемся популяризацией не только единой лиги, но и всего баскетбола в целом. И, конечно же, у нас остается матч звезд. Мы будем делать акцент на этом мероприятии. Было очень много сделано работы перед сезоном. Мы готовимся. Мы уже тоже, как и спортсмены, уже ждем первого матча, чтобы быстрее все началось, чтобы наконец-таки сезон стартовал. Кто бросит вызов чемпиону? Химки, Московская область. Да, Фрига. Астана. Локомотив Кубань. Краснодар. Зенит. Санкт-Петербург. Нижний Новгород. Уникс. Казан. Автодор. Саратов. Стелме. Энея. Зеленогорск.